Так, народ, всем мое почтение. Значит, реакция моя на вот данный ролик уже записана и уже находится по ссылке в закрепленном комментарии на Boosty. Здесь я буду много не соглашаться с Юрием Петровичем. И как бы можно сказать, ну давайте так скажу, дополнять, а то и иногда опровергать некоторые мысли из этого видео. И главный прикол, что здесь все-таки здесь разбор только соло. То есть нужно обратить внимание, что в этом видосе, как мне кажется, один из главных минусов это то, что здесь у Фрущанта разбираются только соло. Но все подробности подписчики, у которых мало деньгов, узнают чуть позже, а подписчики, которые либо хотят поддержать, либо, собственно, арабские шейхи, и кто подписан уже на Boosty, милости, ну и кто еще заходил на стримы раньше всех, кто молодцы, заходите на стримы обязательно, чтобы тоже радоваться жизни. Следите за этим. В описании есть ссылки на Telegram, на ВКонтакте, то есть рассылки о моих стримах, которые каждый день. Вот, они раньше всех узнали все приколы, а все остальные узнают чуть позже. Все, еще раз, ссылочка в закрепленном комментарии, реакция уже вас ждет, все мое почтение и покаки.